Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Книга, и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Студенты-иностранцы проходят обучение в Видновском перинатальном центре. Наш центр в рамках образовательной программы сотрудничает со многими кафедрами. Соревнования для учащихся муниципалитета «Вызов первых» прошли в Видновской школе номер 5. Сегодня ребята будут соревноваться в бесконтактном регби и игре в вышибалы. Видновский перинатальный центр уже третий год является клинической базой 2-го медицинского университета имени Пирогова. Иностранные студенты часто посещают лекции и практические занятия. Как будущие врачи из Индии, Шри-Ланки, Египта, Замбии, Ирана и Зимбабве получают ценный опыт в области акушерства и гинекологии – расскажет Олеся Мордвинова. Видновский перинатальный центр – одно из ведущих учреждений родовспоможения Московской области. Высококвалифицированные специалисты оказывают медицинскую помощь женщинам и новорожденным детям, успешно ведут подготовку молодых кадров и передают знания студентам ведущих федеральных университетов. Наш центр в рамках образовательной программы сотрудничает со многими кафедрами, в том числе и с кафедрой медицинского университета имени Пирогова. И на нашей базе проходят практику студенты 4-5 курса по акушерству и гинекологии. Благодаря такому сотрудничеству есть возможность закрепить теоретические познания на практике. Занятия помогают студентам определиться со специализацией. Многие делают выбор в пользу акушерства и гинекологии. У нас есть возможность увидеть процесс родов, у нас здесь есть возможность увидеть оперативное акушерство, кесарево сечение и так далее, и студентам очень интересно. Норман Уквими приехал в Россию из Замбии около 5 лет назад. Языковой барьер не мешает молодому человеку постигать выбранную профессию. Они хорошие, и мы хорошо учимся вместе, и у нас так лучшие преподаватели. Практика в Видновском перинатальном центре дает возможность российским и иностранным студентам познакомиться с авторскими методиками ведущих специалистов и приобрести ценный опыт для дальнейшего профессионального развития. Олеся Мордвинова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сегодня у нас в гостях врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева, и мы поговорим о вредных привычках. Яна, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Давайте начнем с того, что вообще такое здоровый образ жизни и какие вредные привычки, вот, прежде всего, приходят на ум. Да, здоровый образ жизни – это образ жизни каждого отдельного взятого человека, который направлен с целью профилактики, развития и возникновения каких-либо заболеваний, ну а также с целью укрепления здоровья. Вот. Здоровый образ жизни необходимо вести всем людям, потому что от этого зависит и здоровье нации в том числе. То есть это как закладывать кирпичик в фундамент дома. Каждый сделает свой вклад, и, соответственно, от этого будет здоровое население. Сразу приходит на ум – это курение, злоупотребление алкоголем, наркотическими веществами, гиподинамия. Также одна неочевидная вредная привычка – это злоупотребление лекарственными средствами, то есть беспорядочное употребление тех же самых антибиотиков. То есть человечество долго шло к открытию антибиотиков, чтобы побеждать там различные болезни, а люди сейчас принимают их при каждом ОРВИ. То есть это тоже не очень хорошо, потому что в дальнейшем будет сложнее опять-таки бороться с теми же болезнями. Скажите, пожалуйста, насколько влияют на развитие заболеваний те или иные вредные привычки? Влияют очень сильно, причем все и курение, и злоупотребление алкоголем, и гиподинамия. Это все неизбежно приводит в дальнейшем к развитию атеросклероза, к сахарному диабету. То есть все то, чего так боятся люди, к этому приводит. Так как вот курение, оно и пассивное, и активное вредно. Пассивное даже в большей мере, потому что человек, когда курит, он вдыхает это все через фильтр сигареты. А пассивные курильщики вдыхают это все вот полностью. Из-за этого возникает кислородное голодание в головном мозге, сгущается кровь, образуются тромбы. Соответственно, это приводит к повышению кровяного давления, и риск возникновения инсультов, инфарктов возрастает. Причем все люди знают о том, что курить вредно, но вот достаточно много сейчас активных курильщиков. Мы уже сказали о курении, об алкоголе. Это первое, что приходит на ум. Но есть ли какие-то вредные привычки, менее очевидные, но тем не менее такие же опасные? Употребление антибиотиков беспорядочное и гиподинамия – это вот
тоже все модифицируется, автоматизируется, люди стали меньше нуждаться в передвижении. То есть есть машина, все работают в офисах и тоже забывают о том, что двигаться все-таки нужно. И стрессы, которые, к сожалению, мы ограничить не можем и избавиться от них, но мы можем поменять свое восприятие и отношение на эти стрессы и помнить о том, что нужно заниматься профилактикой не только физического здоровья, но и ментального. То есть если требуется работа с психологом, то или с психотерапевтом, этого не стоит стыдиться, и надо к этому прибегнуть, чтобы беречь свое здоровье, потому что стресс – это фактор риска тоже многих заболеваний, вот желудочно-кишечный тракт очень реагирует на это. Вот. Когда вы беседуете со своими пациентами, какие рекомендации вы им, что вы им советуете? Стараться вести здоровый образ жизни, рациональное питание, сон. Обязательно нужно высыпаться, необходимо ложиться спать до 23 часов и, ну, примерно соблюдать это, то есть там высыпаться по 7 часов. Правильно питаться, сбалансированно питаться, то есть, в принципе, можно все употреблять, просто ну, не увлекаться, чтобы был баланс. Вот, заниматься спортом, это не должны быть там какие-то олимпийские виды спорта, просто зарядка, хотя бы элементарная с утра, ходьба очень полезная, не менее 2 часов в неделю хотя бы нужно ходить, и это уже будет держать мышцы в тонусе, вес не будет увеличиваться, соответственно, риск возникновения тех или иных заболеваний снижается. Большое спасибо. Я думаю, что это вполне себе дельные советы, которые не затронут обычную, казалось бы, жизнь, чтобы человеку что-то пришлось кардинально в ней менять. Спасибо. Спасибо большое за то, что нашли время, пришли к нам. Напомню, что у нас в гостях была врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева. Участники младшего состава Народного театрального коллектива «ТВИД» впервые пробуют свои силы в импровизационном жанре в игре «Театральный поединок». В рамках этого проекта для юных артистов был организован мастер-класс, который провел актер Денис Денисов. Со всеми тонкостями актерской импровизации познакомилась и наша съемочная группа. Спектакль в режиме реального времени. Вместо сценария – реплики зала, задающие тему, составляющие удачные истории, остроумие, смелость и находчивость. И я взяла и пошла в магазин с мороженым. И обменяла его на лето. Прекрасно. Ответ был. Давайте вместе. Да, ответ был. Ответ был. Фантастическая история, так и должно быть. Актер театра и кино Денис Денисов приехал в Видное, чтобы раскрыть секреты театральной импровизации для юных артистов ТВИДа. У них еще глаза такие, что он говорит вообще, и паника, паника, это нормально, потому что я когда сам первый раз в это играл, у меня у самого была паника, и это нормально. Я им тоже вот, все, что я знаю, все, что мы знаем, ребята, которые сами в это играем, вот, мы стараемся всем этим поделиться. Коллектив впервые принимает участие в игре «Театральный поединок», который проводится среди детских актерских студий. Конкурс заключается в том, что между командами из разных городов Подмосковья проводятся такие импровизационные батлы, театральные. То есть команда батлится в каких-то вопросах, отвечает, какие-то театральные тренинги делает, испытания проходит, соответственно, набирает очки. И те команды, которые набрали больше всего очков, они проходят в финал и уже соревнуются между собой за звание лучшей команды. Жанр импровизации юные актеры только начали осваивать, хотя у многих за плечами несколько ролей в спектаклях на большой сцене. Среди них Вероника Писаренко. Она постигает актерское мастерство уже более 7 лет. Спектакль «Маленький принц». Я играла самого маленького принца. «Синяя птица». Я играла Аленушку-сестрицу. И маленькие спектакли, например, «Теремок». Я играла мышку-нарушку. Алексей Гладких присоединился к коллективу 2 месяца назад, и каждое занятие для него открытие, в том числе и импровизация на сцене. Я долго искал свой талант и, наконец, решил, что мне очень подходит театральный талант. Ну, вот я сюда и пришел. И отлично здесь обустроился. Мне в целом очень нравится. Очень весело, но и интересно. Руководитель младшего состава ТВИДа Ксения Князева отмечает, что для ее ребят участие в конкурсе станет бесценным опытом.
Конкурс, хотя проходит уже несколько лет, но для нас это впервые поучаствовать в таком конкурсе. Детям интересно. Детям интересно импровизировать, потому что мы только начали над этим работать. Это же не просто отрепетировать спектакль, это сиюсекундная импровизация на сцене, и ей надо уметь владеть. Участников мастер-класса ставили в необычные, порой нелепые ситуации. Их главная задача – быстро среагировать и развлечь зрителей. И хотя в этом и есть суть импровизации, подготовка все же нужна. Спектакли мы репетируем. Здесь это называется тренировка. Да, когда мы занимаемся каким-то спортом, невозможно выйти, не тренируясь, забивать голы, поднимать тяжелый вес со штангой. То же самое здесь. Не получится быстро импровизировать, если этим не заниматься и не тренироваться. Следующим этапом для юных артистов станет поединок с другой командой. Всего в конкурсе участвуют 32 театральных коллектива со всей Московской области. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Участники команд «Движение первых» соревновались на скорость и выносливость. В Видновской школе номер 5 прошел муниципальный этап состязаний «Вызов первых». За спортивными успехами команд следила Инга Янчук. Всероссийский проект «Вызов первых» был разработан с целью улучшить физическую подготовку школьников. Команда формируется из участников первичных отделений «Движения первых». В муниципальном этапе приняли участие учащиеся Видновского художественно-технического лицея и школы номер 5 в возрасте от 10 до 14 лет. Муниципальный этап у нас проходит 2 дня. Вчера был первый день. Ребята соревновались в огромном количестве разных дисциплин. Сегодня ребята будут соревноваться в бесконтактном регби и игре в вышибалы. Казалось бы, все просто. Нужны лишь меткость, скорость и командная работа. Поединки определили победителя муниципального этапа. Соревнования организованы по круговой системе. Команды соревнуются друг с другом в ходе тура или этапа. Итоговый результат определяется соотношением сил всех пар соперников по наибольшей сумме баллов. Прохождение совместных дисциплин сплотило команды. В регбийной схватке соперники были настроены решительно. Они были достаточно сложные, но веселые. Были много различных интересных испытаний. Я надеюсь, что наша хорошая, сильная команда пройдет регбийный этап. Очень волнительно. Думаю, что наши все-таки выиграют, потому что у нас очень сильная команда. И в планке стояли 4 минуты. И просто крепкие очень. Поэтому, думаю, выиграем. На муниципальном этапе соревнований «Вызов первых» команда Видновского художественно-технического лицея одержала победу во второй возрастной категории. 5-я школа стала победителем в 3-й. Обе команды пройдут в региональный этап. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.